Всем привет, YouTube привет, вот капот от Camry, уже осталось тут немного, буквально полтора десятка вмятин, у меня таких крючочков вот не было, сейчас покажу, это не вмятины, еще тут их буквально штук 10-15 осталось, но основное как бы уже как вот очистился. Вот уже так не бликует, как был он сразу побитый. Тут кое-где грязь, видно, размазана. Это имеется в виду клей с деревьев там и прочее. Вот еще вмятинки есть небольшие тут. Вот. Там еще есть, надо сделать. Вот, ну вопрос не об этом, о крючочках. Вот в неудобные места пришлось лезть, очень даже неудобные. И встал вопрос о инструменте, которым долезть до этих ямок. Вот, и посмотрел, у меня есть А1 каталог, там посмотрел, сам посмотрел, подумал и наделал старсионов с копеечных. Это 2101 Жигули и 2-3 и так далее. Задние торсионы, там две таких с пружинистой стали сделаны железяки. Вот как бы весь модельный ряд вот этот был. Я с них наделал крючков, сейчас покажу. Ну что, вот я разложил то, что пришлось сделать, чтобы подлазить. Естественно, кое-где мне пришлось, кое-где я работал вот с подвесика. Вот. Вот он подвесик. Сделать его самим тоже нетрудно. Купить колечко и две собраски. Их вот в магазинах продается 1 000 000. И маленькая тележка. Я вот напокупал, как не зайду, так что-нибудь куплю. Всякие подвесики. Тут я и сам сочинял когда-то, что-то мне надо было. Ну, не в этом дело. Вот, крючочки, опять же, ковырялки всякие. Ну, вот, в частности, по вот этому вот капоту не везде получается работать с подвесом, крючком, а понаделал ковырялок. Вот это вот нержавейка пищевая. Она у нас диаметром 5. Вот, 5. Ну, вот. Вот такой вот инструмент. Все делалось на коленке, бегом-бегом тут же опробовалось. Ну, это как бы стандартная вот ковырялка. Просто вот было надо, я сделал. Помогли мне, очень-очень выручили, вот сначала, как говорится, это с 8, с 9, ну и так далее. Впереди на сиденьях они там парой стоят, не только в 8, 9, очень хорошая, упертая, столистая штучка. Вот они у меня тут, двух фасонов. Потом я сделал подлиннее, как говорится, аппетит приходит во время еды. Вот сейчас я покажу, как. Значит, эти у нас получаются 28. Вот этот я крючочек сделал уже 40. Имеется в виду вот этот. Но, опять же, я говорю, аппетит приходит во время еды. Хочется залезть в какое-нибудь отверстие крючком и сделать пол капота. А этот уже вот 60. Что касаемо, значит, окончаний, тут работает и эта часть, и эта часть. Вот я их подзакруглил. Вот, очень хорошо. Ими я работаю и на скручивание, и как бы с опоры. Вот то же самое. Вот все окончания инструментов. Ну, пытался я полировать. Вот, вот это вот, опять же, повторюсь, на коленке прям был создан. И себя зарекомендовал хорошо, практически залазит он. Действительно, на пол капота. Как говорится, не совру, если скажу. Потом доработал я вот мои тоже крючочки
это китовый хвост или ласточкин хвост, кто как. Значит, тут тоже самая история. Работают они на скручивание. Вот, пришлось сделать вот этот ковырялочку тоже бегом-бегом. Понравилось мне. И вот, ну это уже в предыдущем видео вы все видели. Это вот эти вот раз, два, три. Это с Hyundai тоже с крышки багажники с торсионов. Вот, вот этот тоже торсионы копеечные. Вот как и вот эти вот крючочки мои. Вот то же самое, удобно. В отверстие, допустим, заходишь вот здесь и ковыряешь. Вот здесь вот в ближнем бою, так сказать. Можно разворачивать и так, да, здравствуй, дорогой. Вот, детвора ходит, интересно им. Вот, таким образом тоже можно доставать какие-то неудобные места. Ну, вид, конечно, у них не на выставку, но суть не в этом. Самое главное, что этот инструмент работает. Кто-то скажет, что это даже крючками назвать нельзя. Ну, пусть говорят, что хотят. Вот то же самое. По ходу пьесы в нескольких местах меня выручила вот такая лопаточка. Вот, потому что металл здесь столистый, капризный. И его надо как бы поддавливать. Вот такую лопаточку я применял. И вот то же самое. Съемничек. Как... Китовый хвост я его в ближнем бою, так сказать, использовал. Тоже очень себя хорошо зарекомендовал. То есть, неважно, это съемник, или это крючок, или там кусок железяки. Но в данном случае, если чего-то не хватает и есть под рукой, можно использовать. Что вот это? Это лопаточка. Вот. Штайр. Я ее засовывал под усилитель. И работал через нее вот так, как китовым хвостиком. Вот. Очень тоже выручает, потому что как бы вот этот паук, который внутри приклеен, ну сейчас я сниму, он довольно-таки в некоторых местах, вот он нежный, его даже, он не везде приклеен, и вот он пальцем отгинается. И чем больше площадь опоры, тем лучше и точнее можно сделать. Но не везде, вот у меня есть такие штуковины, ну как-то они, я не стал их применять, мне вот это вот с ручкой, с лопаточкой, просто одной рукой придерживаешь как надо, там вставляешь, поворачиваешь и второй рукой подводишь китовый хвостик и работаешь, очень даже удобно. Вот такой вот небольшой обзорчик инструмента, опять же это все для начинающих, для таких как я. Кому-то может пригодиться. Смотрите, ребята, делайте, как бы все это достаточно дешево вам обойдется. Но работает это вполне эффективно и адекватно. Самое главное просто не торопиться и все получится. Условия еще. У кого-то какие-то соображения или что-то, подсказки есть, пишите, звоните, как говорится, ВКонтакте. Там у меня, сейчас покажу. На моем канале в Ютубе. Сейчас я открою. Вот, на моем канале в Ютубе. Вот они есть, ссылочки, где можно со мной списаться. Подводите мышку. Вот, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Драйв 2. Вот, не хватает времени, руки не доходят, конечно, все это. Так что вот можно списаться, и кто-то что-то может мне подскажет, почему. Ну вот скажу честно, я бы вот этот капот тем, что у меня есть, без вот этого инструмента, я бы его просто не сделал. Вот, ну, как говорится, вот есть пока что где подсмотреть. Вот, и... взять, наделать вот такие крючочки. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.